Не более 3,5 тонн зимняя дорога на Ринмар-Тельвиска открыта для движения транспорта. Ограничение по массе связано с состоянием переправы на протоке Казённая Виска. Протяженность сезонной трассы на Ринмар-Тельвиска почти 6 километров. Сюда входит и ледовая переправа через протоку Казённая Виска. Пока в регионе стояли морозы, по трассе можно было проехать транспорту с массой до 20 тонн. Однако первое потепление принесло и первые трудности. А воду выдавило же на лед. Слус образовался. Таяние снега произошло, и образовалась вода на льду. Была перекрыта. На данный момент зимник открыт для движения легкового транспорта массой до 3,5 тонн. Напомню, временная трасса на Ринмар-Тельвиска в этом сезоне в связи с отсутствием большого снежного покрова был открыт в начале января. Как отмечают автолюбители, к содержанию дороги особых претензий нет, но не мешало бы дополнительно залить трассу в некоторых местах. Наверное, залить надо получше. Но с учетом того, что не было снега, это такие вот и минусы. То есть, что только легковые проедут, потом такую вот кашу начинаем делать, когда оттепель. То есть такого относительно, я думаю, не должно быть. Ну, вот этот вот съезд, его надо было промораживать, пока морозы были, чтобы толщина льда была больше, тогда бы он не раскис. Чистят все хорошо, но еще желание, конечно. Здесь вот практически не пролито, до первых теплых лучей солнца тут будет каша, дороги не будет. Об устройством и содержанием временной трассы за счет средств окружного бюджета в этом году занимается компания «Автомаркет». В 2019 году по итогам торгов с организацией был заключен двухлетний контракт общей стоимостью порядка 11 миллионов рублей. Александра Литкова, Антон Водряков, телеканал «Север».